Жители дома по улице Горшина в Химках давно хотели освежить свое жилище, сделать многоэтажку не похожей на остальные дома. Идею озвучили профильным ведомствам. Специалисты предложили включить двор в губернаторскую программу «Мой подъезд» и приступили к преображению. Здесь конкретно на Горшин, дом 8, у нас принята экологическая концепция, совместно с жителями согласована. Это единение с природой, где непосредственно размещаются декор живых растений, деревья будут живые, в том числе тоже размещены. В целом тематика природы. Дизайн обсуждали вместе с жителями, старались учесть пожелания каждого. Сошлись во мнении, что зелень живая и нарисованная – оптимальный вариант для каменных джунглей. Единение с природой – то, чего не хватает многим жителям города. Помогали дизайнеру разрабатывать правильные подходы и реализовать то, что она хотела, прислушивались к мнению жильцов, чтобы все это получилось красиво, с душой. Так и вышло. Жители довольны. Теперь, говорят, возвращаться домой после тяжелого рабочего дня значительно приятнее. Очень много дерева, много зелени, светлые стены, светлые двери, красивые почтовые ящики. В общем, полностью обновление. Такая, можно сказать, практически реновация дома. Работы в доме по улице Горшина почти закончены. Дело за малым – провести уборку и завести в подъезды растения. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.